В Международный день танца 29 апреля в Березняках прошел отчетный концерт студии танца «Ярко». Воспитанники показали свои лучшие номера, а зрители окунулись в неповторимый мир искусства. На сцене культурно-делового центра блистали настоящие звезды. От малышей до взрослых артистов. На протяжении всего вечера воспитанники студии «Ярко» дарили гостям свои яркие выступления. Это был настоящий праздник танца, после которого у юных артистов и зрителей остались прекрасные впечатления и незабываемые эмоции.